Проблема с унитазом. Течет вода после наполнения бачка. Это подвесной унитаз марки Cersonit. Чтобы его отремонтировать, надо сделать доступ через вот эту панель. Сейчас мы ее снимем. Я покажу, как снять эту панель. Чтобы снять эту панель, ее надо двинуть вот в правую сторону. Здесь крепление находится. Вот мы так сдвигаем и аккуратно снимаем. Все, панель снята. Дальше надо демонтировать вот эту рамку. Она вот держится на трех саморезах. Надо их открутить. Далее надо снять вот эту прозрачную крышку. Она легко снимается. Вот тут кнопочки. Вот там стрелочка вверх. Это значит закрыто. Надо повернуть ее влево. Все, теперь ее можно вытащить. Вот теперь у нас доступ к бачку, и мы его можем отремонтировать. Значит, вот здесь есть кран, который перекрывает подачу воды. Вот его завинтим, чтобы вода не переливалась. Так, значит, тут две проблемы могут быть. Если вода течет постоянно, значит, это выпускной клапан. Тогда надо вот эту арматуру будет снимать всю. Но у меня при наполнении бачка вода не текла. А когда бачок заполнялся, вода начинала течь. То есть это происходит от перелива. Это уже проблема во впускном клапане. Вот он, впускной клапан. Вот идет подводка. И значит здесь из-за того, что вода была грязная, засорилась. Грязь попала и заблокировала вот этот механизм. Поплавочек, который вот, вот он, этот поплавок. Поднимается вот этот штырь, поднимает и здесь перекрывает. Ну, в принципе, мне ничего тут разбирать не пришлось. Тут внутри есть мембрана. Если она испортится, ее надо заменить, да? Ну, я даже не стал ее менять. Просто вот здесь разобрал, когда несколько раз тут подвигал данный рычаг туда-сюда. Ну, грязь там, видать, прошла, пробилась. И теперь все нормально наполняется система. Теперь вода набирается. Я открыл кран подачи воды. Бачок заполняется, поплавок идет вверх, штырек этот начинает подниматься. Вот он двигается. Все, клапан, впускной клапан закрыт. Проблема устранена. Значит, таким образом вы можете через доступ в бачок непосредственно ремонтировать такой подвесной унитаз самостоятельно. Ничего сложного здесь нет. Ну, это инструкция для марки Cersonit.